Корней Чуковский. Бармалей. Читает Александр Водяной. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку. В Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей. Он бегает по Африке и кушает детей. Гадкий, нехороший, жадный Бармалей. И папочка, и мамочка под деревом сидят, и папочка, и мамочка детям говорят: Африка ужасна, да-да-да, Африка опасна, да-да-да, не ходите в Африку, дети, никогда. Но папочка и мамочка уснули вечерком, а Танечка и Ванечка в Африку бегом, в Африку, в Африку. Вдоль по Африке гуляют, фиги-финики срывают. Ну и Африка, вот так Африка. Оседлали носорога, покатались немного. Ну и Африка, вот так Африка. Со слонами на ходу поиграли в чехарду. Ну и Африка, вот так Африка. Выходила к ним горилла, им горилла говорила. Говорила им горилла, приговаривала: вон акула-каракула распахнула злую пасть. Вы, какули-каракули, не хотите ли попасть прямо в пасть? Ух! Нам акула-каракула нипочем, нипочем. Мы акулу-каракулу кирпичом-кирпичом. Мы акулу-каракулу кулаком-кулаком. Мы акулу-каракулу каблуком-каблуком. Испугалась акула и со страху утонула. По делом тебе, акула, по делом. Но вот по болотам огромный идет и ревет бегемот. Он идет по болотам и громко и грозно ревет. А Таня и Ваня хохочут, бегемотово брюхо щекочут. Ну и брюхо, что за брюхо? Замечательное! Не стерпел такой обиды бегемот, убежал за пирамиды и ревет: Бармалея! Бармалея, Бармалея! Громким голосом зовет. Бармалей, Бармалей, Бармалей! Выходи, Бармалей, поскорей! Этих гадких детей, Бармалей, не жалей, Бармалей, не жалей! Таня, Ваня задрожали, Бармалея увидали. Он по Африке идет, на всю Африку поет. Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких. Да, очень маленьких детей. Он страшными глазами сверкает, он страшными зубами стучит, он страшный костер зажигает, он страшное слово кричит. Карабас, карабас,
пообедаю сейчас. Дети плачут и рыдают, Бармалея умоляют. Милый, милый Бармалей, смилуйся над нами, отпусти нас поскорей к нашей милой маме. Мы от мамы убегать никогда не будем, а по Африке гулять навсегда забудем. Милый, милый людоед, смилуйся над нами, мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями. Но ответил людоед: нет. И сказала Таня Ване: посмотри, в аэроплане кто-то по небу летит. Это доктор, добрый доктор Айболит. Добрый доктор Айболит к Тане Ване подбегает, Таню Ваню обнимает и злодею Бармалею, улыбаясь, говорит: ну, пожалуйста, мой милый, мой любезный Бармалей, развяжите, отпустите этих маленьких детей. Но злодей Айболита хватают и в костер Айболита бросают. И горит, и кричит Айболит: ай, болит, ай, болит, ай, болит. А бедные дети под пальмой лежат, на Бармалея глядят и плачут, и плачут, и плачут. Но вот из-за Нила горилла идет, горилла идет, крокодила ведет. Добрый доктор Айболит крокодилу говорит: ну, пожалуйста, скорее проглотите Бармалея, чтобы жадный Бармалей не хватал бы, не глотал бы этих маленьких детей. Повернулся, улыбнулся, засмеялся крокодил, и злодея Бармалея словно муху проглотил. Рада, 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 рада детвора, заплясала, заиграла у костра. Ты нас от смерти спас, ты нас освободил, ты в добрый час увидел нас, о добрый крокодил. Но в животе у крокодила темно и тесно и уныло, и в животе у крокодила рыдает, плачет Бармалей. О, я буду добрее, полюблю я детей. Не губите меня, пощадите меня. О, я буду добрей. Пожалели дети Бармалея, крокодилу дети говорят: если он и вправду сделался добрее, отпусти его, пожалуйста, назад. Мы возьмем с собою Бармалея, увезем в далекий Ленинград. Крокодил головою кивает, широкую пасть раззевает. И оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей, а лицо у Бармалея и добрее, и милей. Как я рад! Как я рад, что поеду в Ленинград. Пляшет, пляшет Бармалей, Бармалей. Буду, буду я добрей, да, добрей. Напеку я для детей пирогов и кренделей, кренделей. По базарам буду, буду я гулять. Буду даром пироги я раздавать. Кренделями, калачами ребятишек угощать. А для Ванечки и для Танечки будут-будут у меня мятные прянички. Пряник мятный, ароматный, удивительно приятный.
приходите и получите, ни копейки не платите, потому что Бармалей любит маленьких детей. Любит маленьких детей.